Honda Accord 7. Вот пробег 222 тысячи. Чеков пока нету. Ошибка — это то, что не пристегнут. Вот. Заводится, в принципе, в любой мороз, минус 35, минус 39, заводилось, проблем не было вообще. Но лучше в такие морозы машины не заводить. О. Самое интересное, что у Аккорда не замерзают двери, не замерзают личинки в сильный мороз. И стекла чуть-чуть прогреется, начинается нормально открываться. Вот, даже не прогрел машину, открывается стекла. Стеклоподъемники здесь очень надежные. Смотрите, все четко. Просто на многих вагах, там, не знаю, BMW, я вот часто видел, подъезжает, допустим, ну, кофе там, кофе взять или еще что-то на улице, да? Кафешка подъезжает и двери открывают вот так. Типа я думаю, что за фигня, короче. Ну, мороз там минус 15 градусов. А оказывается, у них у всех замерзает стекла. Примерзают. Вот. А вот на Хонде не было ни разу такого. Так что крепкая машина. Вот. И вот по чекам я говорю, чеков и не было.